Концерт. Зал полон. Ожидание. Между рядов гуляла суета. Еще мгновение, затаив дыхание, объяла зал святая доброта. И полилась со сцены атмосфера любви, добра, божественный поток. В стихах и песнях не было предела, к сердцам Всевышний прикасаться мог. Божественные, чистые сосуды вас Бог избрал по милости своей, чтоб через песни чувствовали люди, что в мире больше все же светлых дней, что вера может горы сдвинуть с места, что ей не страшен обстоятельств ряд, что церковь Бога чистая невеста и непорочен бел ее наряд. Сердца людей от мира ликовали, что изливал Всевышний в их сердца, и ангелы на небе подпевали, и радости той не было конца. Макарских песнь звучит пусть громче, дальше, пусть согревает души, где снега, чтоб люд заблудший, раненый, уставший, увидеть смог надежды берега. Дьяволу, служители, пророку каждый выбирает для себя. Меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе. Ходят веселые дровосеки, рубят, рубят вишневый сад. Ну полно! Мне-то что быть в обиде? Я посторонний, я ни при чем. Рубите вишневый сад, рубите, он исторически обречен. Прочь сантименты, они тут лишние. А ну еще разик, еще разок. Люди знают молода, люди она берет всюду в отражении глаз. Сплетающихся трасс, вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столпов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настой. Не уходи, прошу тебя, не уходи в осенний дым. И за собой не уводи, как верных псов, мои мечты, мою любовь. Старение есть отрастание органа слуха, рассчитанного на молчание. Старение в теле все больше смертного, то есть не нужного жизни, смертного, лба исчезает сияние медного света, и черный прожектор в полдень мне заливает глазные впадины, силы из мышц у меня украдены, но не ищу себе перекладины. Совестно браться за труд, Господень. Впрочем, дело должно быть в трусости, в страхе, в технической акте трудности. Это влияние грядущей трупности. Всякий распад начинается с воли, минимум кое... Пой, 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 душа моя птица. Да, да, и да, жизнь моя смерть. Бог выбирает честных,
и дарит им мудрость и силу, а кротких и безызвестных он являет во славе миру. Хочешь быть ярким? Будь им! Смирение не помеха, не нужны фарисеи, зануды, творцу здорового смеха. Не застрянь только в круговерти, а застрянешь, спасайся бегством. Мы не призваны к медленной смерти, мы призваны к совершенству. Умрет, уйдет, но оживет потом, и все вернет. Птицы прилетают, и в окно обдаются, раны заживают, овцы остаются. Я сижу под раскидистой грушей, говоря себе, где меня только я буду морем, долго-долго. В море нет светофоров, море пустое. Потому что я искал девочку, я искал женский голос, в результате не нашел ничего и увидел молодого Вову Преснякова, и он спел женские, девичьи песни, фактически, перевели все на мужской текст. Георгий Емельевич уже нет с нами, он не пропустил ни одного нашего концерта. Это гениальный режиссер. Видишь, Маша, наши нам.
и сильной тебе понравится. Больно другим иногда помогает. Не пей, я пробовал, это не работает. Станет мир светлей и краше. Будет легче жить тебе и легче жить тебе и мне. Улыбаемся и машем, видишь, ваша. Oh.
Казахстана. Ни одна семья приехала из Белоруссии. Приехала огромная семья из Армении. Прям компания большая. Как я говорю, берите, к примеру, армян, у них улица, знаете, улица Акопян. Это значит, что живет вся семья. У них, когда кто-то женится, просто пробивают это, дырку в стене и селятся все вместе. Вот так вот. Все живут одним двором, одной кухней. Это потрясающе. Не могу рвать пакеты, всегда развязываю их. Вы приехали из таких маленьких поселков, привезли нам блины. Я не ела сегодня, так хочется этот блин съесть. Антош. Кто не ел еще сегодня? Ну, давай, ну я потом его сейчас допою и спою. И съем. Да? Антош, ну подержи, а то ж я съем во время песни. А с чем блин? Даже оса прилетела. Чувствую, натуральное. Горница моей святой, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Она меня сейчас укажет. Матушка возьмет. Очень давно ее, кстати, не исполняли, и сейчас она будет, наверное, очень кстати. Да? Если что, слова начинаю забывать. Вот и ты попробовала блинчики. Ночь застенчивой быть перестала, окна гасит в домах. Я укрою тебя одеялом, вдруг приснится зима. Мне притворюсь, что тихонько сплю, а ты шепнешь, я тебя люблю. И не уснешь рядом до зари. А разве нам надо говорить о том, что на этом свете и том? Да, никогда. Тебя у меня. Всем молодоженам посвящается. Сегодня многие подходили к нам и говорили: у нас свадьба, у нас венчание. Поздравляем вам, ребята. Пожалуйста, выстоять, не предать. А то, что на этом свете и то. Да, никогда. Ночными путями тайными летят они вереницей. И я наряжаюсь в белое и ввысь поднимаюсь следом. Там месяц висит серебряный, рассыпаны звезды медью. А люди посмотрят в небо, кому по ночам. Ее не знают. Давайте все вместе для мамы.
А папу как зовут? Давайте кусочек этой песни споем все вместе. Я думаю, что ее все знают. Я постараюсь сейчас такую удобную тональность для всех взять. Антоша, я секунду. Я не понимаю, о чем. Не понимаешь, о чем дети попросили? Смотри. Это мама Юлия. Так. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, мир подарила, жизнь подарила мне и тебе. Так бывает, если случится вдруг в доме нашем горе беда. Мама самый верный, надежный друг, будет рядом с вами всегда. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Ну и чтобы папы не чувствовали себя отделенными, простите, похулиганим. Мне бы рюмочку, чтоб по-хорошему решить, как мне дальше жить, быть или не быть, ответа нет, а есть вопрос. Мне бы струночку, чтобы не фальшивая была, чтобы не подвела, за душу брала и проняла до слез. Очень может быть, кто-нибудь другой радостно гуляет по весне, а мне, а мне, а мне, мне бы водочки, чтобы я выпил и забыл всех, кого любил, всех, кого простил и не простил еще вчера. Пусто и холодно, но у меня с собой есть много ценного. Пол-литра белого, пол-литра красного, пол-литра средиземного. Мама сшила два крыла из цветных облаков, привязала из моей подушки перья. Я, конечно, не Гагарин, да хотя бы цветок. Он немного полетал, а теперь я. О! Заново учиться надо. Месяц май, пусть уносит он подальше беды, и во тьме вспоминай, будут в жизни и твоей победы. Завтра ждет, где и когда нам откроется наша дверь. Вот почему, если что-то идет не так, если опять под ногами дрожит земля, сбей окончательно старопривычный такт и ничего не боясь, начинай с нуля. Чудесен и счастье, достойно борьбы. Будем петь о любви, будем петь о весне.
продолжается жизнь. Кто в душе одинок, тот печальней вдвойне. Кто-то наоборот за весельем спешит. Кто-то спит в темноте, словно рыба на дне. Официально голоса нет. То есть мне отрезали над связками и под связками. Он очень удивился, сказал: вы знаете, я никогда в жизни не видел, чтобы я так жил, что у тебя нет голоса. Чтобы человек научился петь узлами. И батюшка, вот это... А почему нас послали вот снимать «Святыни России», вот как-то вот святейший решил и говорит, вот пусть Макарские снимают. Как вы думаете, почему? Ну и батюшка так по-родному, он нас хорошо так говорит: понимаете, что вот на таких придурках, как вы, было понятно, как могут меняться люди. Это какое-то чудо настоящее, потому что столько всего в жизни вообще в принципе не должно было быть по всем человеческим факторам, и оно сбылось. И каждый день я испытываю восторг, говорю только: слава Богу, слава Богу, слава Богу. И понимаю, что приписать лично мне себе нечего. А песня-то какая? Песня? Я сейчас очень хочу спеть песню «Доченька». Без участия земного мужчины вернула любовь Христа, вернула Бога в этот мир, Богородица. Девочка, рождаясь в еврейской семье, это всегда было чудо, как дар Бога на возможность изменения человеческого рода. Когда рождается девочка, это как дар, это очень старая песня. И батюшка Иннокентий сказал: ты обязательно скажи, что вот, понимаешь, люди должны понимать вот этот вот смысл, как многое зависит от женщины, от ее роли в семье. Антон вчера говорит: вот говорят венчание, а ведь венчают только мучеников. Венцы, что значит? Мученические венцы, конечно. Мы 24 года уже вместе, и не было... не было ничего такого, чего бы не было в других семьях. И по всем человеческим, логическим каким-то нормам мы бы давно же тоже должны были расстаться и развестись. Нас разводят каждый месяц, новости идут. Макарские развелись, Макарские развелись. Нет, еще меня убивают иногда. Под колеса почему-то бросают часто. Понимаете, а вопреки всему, я могу сейчас совершенно искренне и честно сказать, что мой муж – это моя драгоценность, которого я так люблю, и у нас самая счастливая семья со всеми испытаниями, вопреки любой человеческой логике, вопреки всем человеческим словам, понятиям, смыслам, у нас очень счастливая семья. И это еще один парадокс нашей жизни, который нам постоянно доказывает существование Бога. Почему люди глупые, но постоянно это надо доказывать. Представляете, насколько глупые мы, что нам Бог это везде доказывает. Везде. Где бы он ни был, но в это мгновение, здесь, в кино, я уверился вновь. Бесконечно людское терпение, если в сердце не гаснет любовь. Bella, 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 io ricordo.
отдохнул напористо и ушел за моря, словно жесткая полка поезда, память моя. А вагон на стыках качается в мареве зорь. Я к дороге привык, и отчаиваться мне не резон. Наверное, глупо, наверное, странно уйти навеки без сожаления. Но только знаю, что есть надежда на продолжение. И на последней странице каждый прочтет сквозь слезы о самом важном. Ведь все мы люди, всего лишь люди. Мы верим в чудо. Как жаль, гаснет в окнах свет, и разлука кажется нам вечной. Как жаль. Для кого-то сегодня будет открытие. И жди. Я скажу, чтобы не было, как было в прошлый раз. После концерта в Губино подошла очень молоденькая девочка и сказала: «Ой, я так люблю эту песню, когда-то ее пела певица Морозова». Она совершенно не сопоставила, что баба Макарского и Морозова — это один и тот же человек. Давай. Песня, которую написал летчик из Иркутска Сашка Куликов. Во сне и наяву к тебе иду. Живу. По мне нужно скучать, просто лежать, тихо спать. Ласковые звери, это будет так, словно мотылек, подлетев к огню. Ты задуешь свечи, я пойму тогда, что мне не уйти больше никуда. Я знаю, чем дорожить, мне есть кого уважать, и я учу. Андрей Меркулов, Семен Непрашкин, Сава Лукьянов, который сам себе делает сырники и возит их на гастроли. Скоро приедем к вам в гости. Во всяком случае, очень хочется в это верить. Спасибо большое. До встречи!